снимаю видео. Значит, у меня такого мороженого, как у вас, нет. Обыкновенная вот магазинная пленка. Ну, примерно суть похожа, да, там вакуумирование, пленка. Может быть, она чуть помягче, но это не от этого зависит, а зависит от нескольких других факторов, которые, во-первых, вы неправильно используете, а во-вторых, смотрите, как оно работает у нас. Вот насос, включаем, отходит, берет сразу, моментально. Не оторвать, вот видите, не оторвать. И вот я, вовсю. Вот так, вот. Одной присоской. То есть, если поставить какие-то лопатки в виде захватов, оно будет как раз таки держать от колебаний, и так оно легко держит. Это другой диаметр присоски. Это такой, как у вас, по-моему, на видео. Это даже чуть меньше. Получается, что это БГИ, по-моему, 48. Да. А это 34. Вот показываю, как она работает. Без проблем захват происходит. Вперед, плотно держит, трясу. По-разному. Вот она, немножко только если сильно трясти. И то без проблем вот она хватает и держит. Может, ну вот. Не оторвать, вот. Еще сниму видео с захватом Кеннес. Вот такой захват. Вот упаковка. Вот он захватил. В принципе, держит неплохо. Вот, трясу, не отпускает. Но чем хорошо такой захват, что он может, в отличие от присоски, вот если присоска попадет на этот шов, она не всегда возьмет. Потому что через этот шов идет подсос воздуха. И у нее может произойти разгерметизация, и она уронит, допустим, эту упаковку. С этим же захватом, даже если брать с этой стороны, то ей все равно. Она все равно будет брать. Держит она, в принципе, неплохо. Но для того, чтобы транспортировать, ей хватит сил.